все схемы, которые выстраиваются для, с одной только целью. Приехать, забрать оборудование, ну и, соответственно, не рассчитаться. Да? По-другому у меня никаких других вариантов просто нет. Мы всегда предлагали нормальные мировые пути. Ну, нормально. Мы ни в суд не обращались. Мы говорили, давайте спокойно сядем, давайте спокойно проговорим, давайте вы нам спокойно заплатите, и все, и нет проблем. Мы спокойно посчитаемся, там, что мое, что не мое, и до свидания. Ну, все, руки пожали. Все-таки там 2 года мы работали, да, там, на одной площадке. Ну, как-то так. Мы думали, что мы разойдемся спокойно, цивилизованно, но не получилось. Долг компании «Мавр» перед предприятием «Каннский мясокомбинат» составил около 5 миллионов рублей. Половина суммы задолженности уже выплачена. К слову, мероприятия по изъятию оборудования успехом не увенчались. Оно до сих пор находится на территории акционерного общества.